Привет всем балованием судьбы! Сегодня у нас с вами распаковка Glossy Box июля месяца в очень необычном дизайне. Дизайне шкатулки. Вот такая вот классная коробочка, которую можно, конечно же, будет потом использовать для хранения своих каких-то драгоценностей. Почему бокс приехал ко мне именно в таком старом дизайне? Дело в том, что Glossy Box решили избавиться от своих старых коробочек и выпустили такой релиз, что только самые удачливые, только самые любимые наши подписчики получат специальный бокс. И там было три варианта специального бокса. Первый у меня сейчас здесь как раз-таки в руках. Это вот эта шкатулочка. Второй вариант, он был с кораллами. И третий вариант с девушкой, которую мы получали, кстати, в августе прошлого года. Все эти три коробочки у меня уже есть. Это будет повтор, но не критично, потому что как раз-таки я очень рада, что эта шкатулочка можно всегда использовать для чего-то, применить. И дизайн, в принципе, очень даже миленький, такой приятный, морской. Напоминает нам, разумеется, о морском каком-то отдыхе. А мне еще напоминает почему-то фильм «Пираты Карибского моря». Давайте скорее открывать и смотреть, что же там внутри. Да, это бокс уже прошлого месяца, но наверняка вы знаете, что у меня не было целый месяц, соответственно, коробочки поднакопились. И я буду в августе вам показывать коробки предыдущего месяца, уж простите, так получилось. Если вам интересно посмотреть, что же в моих коробочках июля месяца, то, конечно же, не пропускайте видео, обязательно подписывайтесь, кнопочка внизу под этим видео. Мы с вами открываем, и первый наш взгляд, во-первых, давайте посмотрим немножечко на эту коробочку. Как вы видите, здесь тоже у нас Glossy Box написано, и все в этом дизайне. Мы видим вот такую вот открыточку, которая нам как раз-таки говорит, что ты счастливчик, удачливый грибочек, вольно переводе с немецкого. Здесь как раз-таки и описание того, что действительно в этом месяце Glossy Box решил поддержать своих таких самых любимых, самых постоянных подписчиков и подарить им особенные боксы. Но хочу вам сказать, что я видела у всех такие боксы, то есть практически ни одной распаковки, у кого был бы розовый бокс. Если вы видели, что у кого-то розовый бокс или вам попался розовый бокс, напишите в комментариях. У всех в основном, конечно же, боксы были вот такие вот дизайном. В большинстве своем именно вот эта шкатулка, но у кому-то попались и кораллы, и девушка. Открываем. И будем смотреть, что же мне здесь положили. В первую очередь у нас, уже во вторую даже практически, это буклетик Summerscape с QR-кодом Salty But Sweet. И желтая бумажка, желтая ленточка, все очень миленько. Сейчас пошуршу и вернусь к вам. Начнем мы с вами с первого продукта. Первые три продукта, как всегда, это обязательные продукты, а потом идут варьируемые. Я делаю спойлер в шортс. Как только известна информация, что будет в боксе, обязательно смотрите шортс у меня на канале, не пропускайте. И чтобы не пропустить, я думаю, вы уже знаете, что нужно сделать. Начнем мы с вами, разумеется, с самого главного, самого такого знаменательного продукта от марки I Want You Naked. Здесь у нас стеклянная упаковка. И это тонер для лица в форме спрея. Сделан он в Германии, здесь 30 мл. Выглядит он очаровательно, 30 мл всегда приятно взять с собой, но то, что стекло, единственное, что нужно, конечно, смотреть, насколько он тяжелый. Давайте попробуем, мне интересно, есть ли здесь какой-то аромат. От I Want You Naked у меня в использовании был серум, и он потрясающий. Нет, никакого аромата здесь нет, такой приятный, очень легкий и хорошо быстро впитывается. Отлично. Спрей я обожаю, особенно летом, конечно же, нужно использовать. Этот эликсир, это тонер, который является еще и серумом. То есть вы и тонер, и серум сразу одновременно наносится. Это очень удобно, действительно, брать с собой в путешествие, чтобы вы взяли только один какой-то продукт, а не несколько. Плюс ко всему, когда такая жара была в Турции, невозможно носить огромное количество, в том числе уходовой косметики, поэтому вот такая вещичка мне бы очень была кстати, но, к сожалению, она пришла уже позже, после того, как я уехала. 30 мл у нас стоит 39 евро. Это довольно существенный по финансам продукт. Следующий наш продукт, он тоже обязательный. Здесь у меня бумажка. Где он? Вот он. Это малюточка, она у нас 15 мл, 17,40, и здесь у нас от марки Wild Science серум, осветляющий с витамином С и
гиалуроном. Здорово, с удовольствием попробую, потому что действительно не знакома ни с этой маркой, ни с этим продуктом от них. Выглядит очаровательно, такая какая-то цвета с розовинкой, даже не знаю, не розовый. В общем, цвет очень приятный, упаковка классная. И следующий обязательный у нас продукт — это от Not Cosmetic. И здесь у нас декоративка. Декоративка, которой я вот просто безумно бы порадовалась, если бы у нас был вот этот цвет. Только посмотрите, какой он красивый. Этот цвет, он такой летний, он такой сочный, он такой яркий. И цвет, к сожалению, у нас будет не такой. Я не знаю, почему они написали, точнее, почему они сделали этот цвет. Потому что здесь у нас цвет номер 2, Blondie Pink, и он будет вот такой вот красноватый. Blondie Pink, да, вот это, да, для меня это именно тот цвет, который они здесь написали, но почему-то здесь стоит совсем другой. Так, здесь все закрыто, а с другой стороны открыто. Ну, как всегда, с одной стороны запаем, а с другой стороны оставим. Открываем с этой, с другой стороны и смотрим. Как вы видите, цвет, к сожалению, не такой, как вот здесь. Вот я была бы ему более рада. Тем не менее, цвет довольно приятный. Я думаю, что я с удовольствием буду им пользоваться. Пока открывать не хочу, так как у меня довольно много разных продуктов для губ сейчас открыты. И, конечно же, чтобы не начался срок действия этого продукта, пока оставлю его закрытым. От Not Cosmetic у нас в большинстве своем туши, а здесь вот как раз-таки Lip Gloss, то есть это у нас блеск для губ в цвете 02 за 9,90. Следующие продукты у нас идут уже варьируемые. И я прям очень-очень хотела, чтобы мне попалась бритва. Бритва здесь была от Wilkinson за 7,99. Но, к сожалению, в моем боксе этой бритвы нет. Я много слышала прекрасных слов и восхищения от Викули, но, к сожалению, этой бритвы нет, поэтому я купила ее отдельно для себя. А что есть? Есть у меня здесь от Шоль вот такие вот носочки. Носочки для того, чтобы использовать на ножке. Это полноразмерка 5,49. Они стоят. Я уже использовала от этой марки носочки, они мне понравились, действительно хорошие, качественные, прекрасно напитывают. Но вы знаете, что все-таки я небольшой фанат ухода за ногами, они у меня требуют просто минимального внимания. Поэтому, соответственно, такой продукт я больше обрадовалась, конечно, чему-нибудь другому. Хотя альтернативный продукт здесь был. Это резинки от Invisibobble, и за 5,95 резиночки мне тоже не были бы нужны. От Invisibobble мы получаем просто постоянно что-то. Еще один альтернативный продукт, которого у меня здесь нет, это Hawaii Tropic, это был бы спрей масла именно защиты 20, полноразмерка за 9,49. Вот этому продукту я бы, наверное, порадовалась чуточку побольше, нежели носочком, потому что все-таки можно использовать. И заключительный продукт в моей коробочке, и здесь же опять-таки альтернативный, от Bubble Tea. Мог бы быть другой просто-напросто аромат. Здесь у меня нероли и тангерин. А мог бы быть что? А нет, просто мог бы быть другой цвет. Правильно, насколько я понимаю? Да. Тем не менее, здесь у нас полноразмерка. Давайте откроем и понюхаем. 100 миллилитров. Я ничего не чувствую. Она, наверное, закрыта, да? Сейчас, да. Оно закрыто, поэтому я ничего не чувствую. Но сейчас я открывать не буду. Опять-таки, средств у меня очень много. И вполне возможно, что я подарю. Потому что все-таки это, к сожалению, не мой знак зодиака. Я лев по знаку зодиака, а здесь у нас, насколько я вижу, весы. Поэтому буду искать человека с этим знаком зодиака и, скорее всего, порадую его. Вот такие вот продукты были в этом боксе. На мой взгляд, в принципе, бокс вполне себе неплох. Давайте еще раз быстренько пробежимся, посмотрим, что было именно в моей коробочке. В первую очередь, это хайлайт этого бокса. Я думаю, для многих I Want You Naked. Шикарная марка, очень дорогой продукт. Я ему безмерно рада. Вот такая вот для меня новиночка. Это у нас Brightening Serum, то есть осветляющий серум. Не пробовала, с удовольствием попробуем. Not Cosmetic и цвет, который меня немножечко разочаровал, очень бы хотелось получить вот такой. Гель для душа, полноразмерка, и носочки от Шоль.
Что ж, вот это вот все продукты в моем боксе. Наполнение считать не буду. Точнее, я его посчитаю вам, добавлю уже где-нибудь вот здесь. На мой взгляд, коробочка неплохая. За 12,50, которую я плачу за этот бокс, оно того стоило, безусловно, как минимум ради вот этого продукта. Ну, а, конечно же, ваше мнение, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете, это сочетание продуктов удачное на ваш взгляд и вкус, или хотелось чего-нибудь другого. Ну, и мы, конечно же, ждем с вами уже бокса августа с нетерпением, что же будет именно в моей коробочке красоты. Не пропускайте видео, обязательно подписывайтесь. Я же буду с вами прощаться, желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. И побольше таких вот классных, приятных сюрпризов, чтобы ваша шкатулочка с сокровищами была полна. Мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!